Да, как раз тогда еще тогдашний министр здравоохранения Зурабов отменил льготы для бабушек. Это потрясло нас. А в Новый год страна смотрела телевизор. Одни и те же сиськи-ляшки и зады, одни и те же мастера прикольной шизы, хиты, понты и ощущение беды. Из века в век, из года в год перелетали все те же лица, все те же звезды под фанеру не в попад. И в Новый год сидели люди и гадали, когда ж начнется долгожданный звездопад. Деды вздыхали в телевизор, вот где бабки, не то что наши, нет ни денег и ни льгот. И наступив в который раз на те же грабки, страна смотрела телевизор в Новый год. А там девчонка залетела, как хотела, парнишка с грудью, мол, все будет хорошо. Страна дурела, отрывалась и балдела, из-под стола кричал экран: «Давай еще!» И там давали сразу все и сразу многим. Кумиры прыгали с канала на канал, все те же песни, те же шутки для убогих. Безумный, вечный, бесконечный сериал, и вечный шлягер, и покой нам только снится. Куда ни плюнь, звезда звездою говорит, все те же маски, не похожие на лица. Десятидневный мега-гипер-супер-хит. Но деньги кончились, экраны опустили, и мертвый город пьяно спит и видит сны. В мозгах бушуют предпохмельные метели, намереваясь не кончаться до весны. Но кто ж так просто клиентуру отпускает? Но кто ж из этих цепких лап куда уйдет? И телевизоры экраны зажигают. Страна вставала. Страна вставала. Страна вставай, мы повторяем Новый год. А вот теперь скажите мне, что изменилось за эти 12 лет? Ну, девчонку с грудью, мальчонку с грудью стали показывать чуть меньше. Он там Лаша Тумбай, Раша Гудбай сказал неловко: «Фикция не та, тебе тут же правда». Перекрыли кислород, жалеет, из миллиардера стал миллионером гривен. Думаем, да? Ну что, а ничего не изменилось. Когда я смотрю, что телевизор думает, что страна только и ждет, чтобы понять, почему у Филиппа с Аллой не получилось. Или почему у Аллы получилось с Максимом. И следующее, почему, естественно, две логические посылки, почему не получилось у Филиппа с Максимом. Это надо ожидать этого. Раз, два, три. Я не знаю, что это. Ну ладно. Уже пошли дискуссии, поэтому...